«Путешествие в Китай. Иначе не назовешь открывшуюся во дворце книги выставку рисунков победителей, финалистов конкурса детского и юношеского художественного творчества «Китай-Россия. Мосты дружбы». Всего на конкурс юные художники обеих стран представили около 10 тысяч рисунков. Идея этого конкурса была поддержана межпарламентской группой дружбы «Россия-Китай», китайским телеканалом CNTV, интернет-порталом «Юный художник», альманахом «Путешествие по России». Конкурс проводился на двух площадках одновременно. В России – на площадке юного художника, а в Китае – на канале CNTV. Задания участникам были немного разные. Китайские дети рисовали, как они представляют Россию. Российские дети должны были изобразить Китай. И обязательно все рисовали панду, как символ мира и Китая. В результате в российском сегменте победили три девочки. В качестве приза им была поездка в Китай на 5 дней. Выставка финалистов этого конкурса «Китай-Россия. Мосты дружбы» сначала была показана в апреле в Совете Федерации. Потом в мае она переехала в Китай, в город Чэнду. Чэнду, почему именно в Чэнду? Потому что именно в этом городе находится всемирно известная база научно-исследовательская по исследованию жизни панд. После того, как выставка вернулась из Китая, она была показана в Пензе, и сейчас она приехала в Ульяновск. Одним из победителей конкурса «Китай-Россия. Мосты дружбы» стала ульяновская девушка Татьяна Ермошкина, ученица Ульяновского лицея номер 38. В ее цикле произведений с достопримечательностями Китая оказался удачный рисунок с изображением панды. Самая главная картина, благодаря которой я поехала в Пекин, это вот. По рамке я нарисовала узоры китайские, также веер, двое панд, которые символизируют дружбу, они стоят обнявшись, держат символ равновесия мира, имя Янь. Я также показала карту Пекина и флаг Пекина. Рядом находится дракон китайский, китайские фонарики, феникс, тоже символ, один из символов Китая. Журавль и чай. Потому что он славится своим прекрасным чаем. Мы попробовали в чайном доме. Это чай в Пекине. Очень понравилось. Намного отличается, чем наш. После Ульяновска выставка поедет в Новороссийск. Как сказали организаторы конкурса, планируется еще один проект. Возможно, будет оформлен работами участников конкурса поезд дружбы, который следует по маршруту Москва-Пекин. Сейчас ведутся переговоры с российской железной дорогой.